На старте лыжной гонки самые юные участники. Они бегут дистанцию в 1000 метров. Десятилетний Петр Ларин встал на лыжи 2 года назад. С тех пор регулярно тренируется. В своей возрастной категории финишировал первым. Говорит, спортсмену важно обладать определенными качествами. Это поможет добиться высоких результатов. Тренировался, пытался ускорять темп каждую тренировку. Гонка памяти бывшего руководителя городского департамента спорта Виктора Ольховского проходит уже 8-й год подряд. Площадкой для проведения соревнований стал лесопарк 60-летия советской власти. Она является заключительным стартом в лыжном календаре департамента физической культуры и спорта. И хорошая возможность для тех, у кого что-то не получилось в течение сезона, поправить свой результат, улучшить его. За медали боролись лыжники в 5 возрастных категориях – юноши и девушки от 9 до 18 лет. Дистанции рассчитаны на разные уровни подготовки. Они бежали 1, 3 и 5 километров. Организаторы отмечают, попробовать свои силы может любой желающий. Главное – подходить по возрасту и успеть подать заявку. Также ребенку необходимо получить допуск от врача. Сегодня у нас общий старт, свободный стиль. Из года в год у нас участники увеличиваются. Тем самым мы только рады, что у нас такая пропаганда здорового образа жизни и что мы чтим память Виктора Неминовича. Победители гонки получили дипломы и памятные медали. Ксения Баканова, Николай Епифанов. События.